Футбольный уикенд. Белшина притормаживает, Днепр и Торпеда берут разгон. Хоккеисты Могилева огорчают своих болельщиков. Только вот жалко проигрывать мне. Нужно вратаря сменить. Провальный первый период против Витебска стол команде Михаила Климина от 3 очков. Это зажигательные и очень яркие танцы. Самый короткий путь к похудению – силовые танцы, макамба в рубрике «Тренировочный день». Юр, работать будем или нет? Юр. Всем физкульт-привет, это программа «Спорт». Меня зовут Юрий Прокопенко, и говорим о спорте Могилевской области. Поехали! После того, как в начале сезона Белшина одержала победу в гостях у Неумана со счетом 3-1, не обыгрывая этого соперника последние 15 лет, домашняя игра обещала быть жаркой. Но жаркой оказалась лишь погода, которая утомляла болельщиков и отнимала силу футболистов. Несмотря на это, каждый не забывал о своих обязанностях. Трибуны поддерживали футболистов, спортсмены, в свою очередь, показывали мастерство. Матч закончился ничьей. Возможно, усталость игроков, которые постоянно играют мало, замен, в основном выходят одни и те же игроки. Но это больше видно тренеру, чем обычным зрителям. Почти все основное время первого тайма белшиновцы, как хозяева поля, держали оппонента на его половине, но безуспешно. То штанга, то на добивании с 5 метров выше ворот. Мне очень хочется, чтобы мы были более агрессивны именно вот в завершающей стадии. Нам этого немножко не хватает. Конечно, если бы, я повторюсь, вот кто-то из команд забил мяч, конечно, игра бы пошла явно повеселее, во всяком случае, со стороны одной из команд. Во втором тайме, немного расслабившись, часто пропускали неманцев к своим воротам, но атаки команд были безрезультатны. Голевые моменты были, у Белшины хорошие моменты, у нас выход 2-1, который могли реализовать, но в целом, я считаю, что результат объективный, он соответствует той игре, которая была на футбольном поле. Сегодня Белшина занимает 5-ю позицию в турнирном списке. Следующий матч бобруйчане проведут в гостях у новополоцкого «Нафтана» 23 августа. В первой лиге состоялись матчи 17-го тура. Могилевский «Днепр» встречался на выезде со столичной «Звездой БГУ». И лишь под занавес матча подопечные Владимира Геворкяна сумели добыть победу. Точные удары Дмитрия Пострелова и Павла Бардукова принесли днепровцам викторию со счетом 2-0. Раздобыть видео этого матча нам, к сожалению, не удалось. А вот с видеоотчетом поединка в Шклове, где состоялось областное дерби в рамках второй лиги, проблем не возникло. На местном стадионе «Спартак» одноименная команда принимала могилевская «Торпеда». Команды показали атакующий футбол, такой настоящий, искренний. На двоих соперники нанесли почти 30 ударов по воротам. Более акцентированным этот футбольный элемент получился у гостей. Торпедовцы превосходили оппонентов по игре, что и вылилось в итоговом счете. Основные события развернулись во втором тайме. Могилевчане открыли счет с пенальти, затем удвоили его с игры. Шкловские футболисты сподобились на один точный удар со штрафного. Красивый удар. 2-1 – выездная победа «Торпеда», которая, судя по всему, возвращается в борьбу за повышение в классе. В Кубке Салея хоккейный клуб «Могилев» потерпел 2-е поражение к ряду. На этот раз наша команда уступила дома «Витебску», который возглавляет бывший главком «Могилевчан» Юрий Чу. Противостояние команд примерно равных по классу, по сути, завершилось еще в первом периоде, в котором хозяева просто провалились. Пожалуй, ключевым эпизодом стало удаление могилевского защитника Стаса Лановенко. Играть в меньшинстве пришлось 5 минут. Да, вышли вперед благодаря Артему Васько, который реализовал булит. Ну а дальше забивали только гости. Еще до перерыва они отличились 4-ж, в том числе и с помощью штрафного броска. Только вот жалко проигрывать мне. Нужно вратаря сменить. Вратарь плохой у нас. Да. Может быть, защита не помогает ему? Ну да, как бы так. Даша, ну а ты, как тебе хоккей? Тоже хорошо. Хорошо, а как думаешь, почему наши проигрывают? Не знаю. Команда, наверное, немного перегорела. Все-таки в гостях проиграли товарищеский матч 7-0. Может быть, что-то у ребят в психологии не так. Ну, еще это удаление. 5 минут, все-таки можно считать основного защитника, удалили до конца игры. Сложно было 5 минут просто выстоять.
В перерыве команда сделала правильные выводы. Во втором и третьем периодах Могилев имел тотальное преимущество, но поезд ушел. Напоследок витебчане еще раз передали привет могилевскому киперу. 1-5. В Кубке Салея в команде Михаила Климина остается провести один матч в гостях у Гомеля. Его результат ни на что не влияет. Просто хороший спарринг в преддверии скоро стартующего чемпионата экстралиги. В новый сезон Могилев вступает с амбициями. Вопросы по финансированию решаются. Состав пополнили несколько неплохих игроков, среди которых и хорошо известный могилевским болельщикам защитник Виталий Горбачев. Ну, партнеры, могу сказать, очень хороший тренер. Дает нам все возможное и невозможное. Хорошие тренировки, скоростные на выносливость, все есть у нас сейчас. Как думаешь, как сложится сезон? На что реально побороться Могилев? Будем бороться в восьмерку, это 100% попадать. Потому что команда молодая, амбициозная. Я думаю, у нас все получится. Хоккеисты Бобруйского «Динамо» в нынешнем Кубке Салея также не решают больших турнирных задач. В минувшем туре бобруйчане уступили в драматичном матче новополоцкому «Химику» 4-6 и занимают в своей группе пятую позицию. Воспитанница Могилевского училища Олимпийского резерва Ксения Станкевич завоевала бронзу чемпионата мира по вольной борьбе среди юниоров. Планетарный форум проходит в эти дни в бразильском Сальвадоре да Баия. Наша спортсменка соревновалась в категории 44 килограмма и провела 4 схватки. В соперницах у Ксении были американка, азербайджанка, турчанка и представительница Казахстана. В итоге 3 победы и 1 поражение и высокое 3-е место. Наши поздравления! Лето, солнце, пляж, и мы на Тихоокеанском острове Макамба. Но нет такого острова, зато есть такие танцы. Их и потанцуем. Сегодня с нами будет работать Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приглашаю на шикарную систему, которую мы привезли в этом году с итальянской фитнес-конвенции. Макамба. Это зажигательные и очень яркие танцы. И все же, что такое макамба? Макамба – это очень яркие силовые танцы, которые призваны в первую очередь доставлять удовольствие, а во вторую очередь женщин заставляют худеть. Силовые танцы – самый короткий путь к похудению. Кроме того, они развивают гибкость, делают движения мягкими и грациозными. Ольга, скажите, а как правильно нужно одеваться на тренировку? Одежда должна быть абсолютно удобная, которая не стесняет ваши движения. Должны быть минимальные, ну, кроссовки, тапки, как хотите. Главное, чтобы это не были носки или чешки, потому что в кардио-танцах вы можете просто ножки забить, и это, поверьте мне, крайне неприятное впечатление. Существуют определенные движения, которые требуют определенного разъяснения. Ну, во-первых, у нас должны будут стоять довольно-таки широко ноги, и ни в коем случае мы не должны их сводить внутрь, мы должны их разводить. И у нас должна быть очень хорошо поджатая ягодичная часть. Теперь все тряски, которые мы выполняем в процессе тренировки, мы ни в коем случае не выгибаемся назад. Мы все время поджимаем попу только вперед. Мы ее качаем и не вредим своей спинке. В общем, чем ниже присядешь, тем больше напряжение будет на ножке. И когда вы в тренировке в это положение выходишь, это ведет еще дополнительный подкачок. Ну, а теперь немножко давай побалуемся. Во-первых, поднимаем на колено. Ну, раз, два, три, четыре. Есть? Получилось? Да. Важно знать, занятия макамбой рассчитаны на абсолютно здорового человека. Растяжка – важная составляющая любой тренировки. После таких танцев сделайте своим мышцам приятное. Как следует, потянитесь. Это безумный драйв. Очень круто, правда. На этом у меня все. Следующую встречу назначаем в следующий четверг. Это была программа «Спорт М». Всем физкульт. Пока.